Юра Владимирович, поздравляю вас с днем рождения. Вы самый лучший доктор на свете. Юрий Владимирович, здравствуйте. Мы поздравляем вас с вашим днем рождения. Желаем вам здоровья, удачи, счастья, всего самого наилучшего. Мы с Тихоном вас поздравляем. Хорошего вам дня. Bon anniversaire, Dr. Yuri. We see the light of good health and business abundance. It's been almost 15 years of our harmonious cooperation. Thank you for recognizing my healing talent. You expanded my life and practice here in Moscow. Will always remember you as my Kohan, my teacher and business partner. Дорогой Юрий Владимирович, поздравляю вас с днем вашего рождения. Чудесный день. Вы чудесный человек. Я очень вас уважаю и ценю наше сотрудничество. Восторгаюсь вашим оптимизмом, вашим упорством и тем, как вы уверенно и неутомимо идете к цели. Я и от вам желаю дойти до этой цели и взять с собой и попутчиков. Это замечательный путь. Всего вам хорошего. Юра Владимирович, я вас поздравляю с днем рождения. Вам желаю долгих лет. Дорогой Юрий Владимирович, судьба познакомила нас с удивительнейшим человеком, с вами, а через вас с миром, который казался нам вымыслом, сказкой, и который оказался вполне реальным, с миром тонких материй, духовности и иных знаний. Я хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать вам осуществление всех ваших проектов, связанных с омоложением и активным долголетием. Удачи вам во всем. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам долгих лет жизни, процветания и богатырского здоровья. Happy birthday, Dr. Yuri. It's been 15 years already that I am part of your clinic through Maria, and I am thankful for your help in 2015 that I got sick, and with your help, I became healthy again. And again, wishing you happy birthday, more happy and healthy birthdays to come. Thank you very much. Дорогой Юрий Владимирович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам в этом году уже найти все тайные знания, о которых вы мечтали. И желаю вам встретиться со всеми великими людьми, которые необходимы вам. Желаю вам с ними подружиться, также духовного совершенствования, еще большего. Юрий Владимирович, с днем рождения! Пусть все неприятности обойдут вас стороной. Желаю вам огромного здоровья, здоровья вам, вашим близким. Это сейчас очень ценно. Огромное спасибо, что вы у нас есть. Поздравляю вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, долголетия и процветания. Также желаю вам стать хорошим, супер хорошим учителем, который заботится о своих учениках и помогает им достичь духовной гармонии и научить их сновидению. Надо, да, еще сновидению всех научить. Вот. Дорогой Юрий Владимирович, от всей души поздравляю вас с днем рождения. Желаю быть всегда на высоте, всегда добиваться своих целей. Счастья, крепкого здоровья, благополучия вам. Пусть все самые заветные желания и мечты всегда исполняются. И оставайтесь всегда таким же добрым, отзывчивым и внимательным. Ну и, конечно же, долгих лет жизни вам. С днем рождения! Чтобы ты своим примером показал, что такое долголетие и как минимум 500 лет. Дорогой Юрий Владимирович, хочу поздравить вас с числом вашего рождения, пожелать вам долгих лет жизни, бодрости духа и сказать, что мы вас все очень любим, ценим. Спасибо вам, что вы есть. Юрий Владимирович, я хочу поздравить вас с днем рождения. Хочу, чтобы вы приняли мои самые теплые поздравления. Желаю вам, чтобы вы всегда видели и понимали Божью благодать, которой она окружает вас. Чтобы вы всегда видели Божью милость, Божью любовь.
дорогой Юрий Владимирович, из солнечной и очень теплой Абхазии посылаю вам свои солнечные и очень теплые поздравления с днем рождения. Здоровья вам и благополучия во всем. Что еще? Короче, желаю вам и нам всем сформировать такую бессмертную группу ведовцев. Вот. С днем рождения. Главное, чтобы были жизненные силы и здоровья как можно больше. И я думаю, что вы знаете, так как вы мудрый человек, и столько мудрости в вас вложил Господь. Я знаю, что вы знаете, что не в количестве прожитых лет заключается жизни секрет ваш, а в числе запомнившихся дней, что в памяти хранится вашей. Еще раз вас с днем рождения, и пусть Божья благодать, Божья милость, Божья любовь, она всегда присутствует с вами. Юрий Владимирович, мы хотим нашим небольшим коллективом поздравить вас с днем рождения!